Вы думали, что вы все знаете про Mi Band 8, а что тогда вот это? Что за погремушка у меня тут? И, наконец, зеленая капсула. Обновленный кожаный ремешок с новым типом крепления, клипса, кейс для установки на обувь и кейс-подвеска для того, чтобы носить гаджет на шее. С ремешком все просто, он хорошо сделан, это что-то новое, не силикон. Он частично кожаный, частично просто тканевый и, конечно же, новое крепление. Нажали, сняли, захотели, прицепили. Удобно. Но этим не удивишь, а вот кейс на обувь для бега, вот это прикольно. Закрепили на шнурках и вперед бегать. Главное, не забудьте выбрать в настройках Mi Fitness, что браслет теперь у вас на ноге. Пульс так, конечно, не посчитаешь, зато шаги будут подсчитаны максимально точно. Хорошая штука для тех, кто бегом занимается и кому нужны точные показатели. И при этом за недорого. И вишенка на торте кулон. Трясется, можно сделать вот так, чтобы было модно. Конечно, пульс он тоже не считает, и в приложениях его также нужно выбрать. Но для девушек, возможно, интересно. А так, конечно, четкие пацаны могут за такое прописать, особенно во Владимире. Но напишите, как вам.